чинил. Мы же героини этого. Коваленко ищем. Да, Коваленко ищем. Лариса Дмитриевна. Куда ты? Нет, правда про нас? Однажды на известном фестивале всем конкурентам нашим вопреки мы даже что-то там завоевали, исполнив пару песен у реки. Когда мы с фестиваля уезжали, хотелось бы остаться, но пора. Три нимфы с легкой грустью провожали нас около остывшего костра. Три нимфы с легкой грустью провожали нас около остывшего костра. Одна себя обнять лишь разрешила. Это я. Другая стала щечку подставлять. А третья на прощание решила. А я. А ты обнять. По-взрослому меня поцеловал. А ты по-взрослому. Не отвергая дар прекрасной девы. Ее я нежным взглядом угостил. Да, у мужчины право есть налево, но я свой шанс в тот вечер упустил. Я обнял нимфу крепко, но не грубо. Она первоисточник бытия. Те мягкие доверчивые губы. Как у коня на волшебный не забуду я. Но поцелуй остался без припева. Жаль, я ту песню в корне загубил. Ведь я бы ее любил как королеву. Нет, как богиню. И я бы ее любил. Да, и ты бы ее любил как королеву. Шанс? Нет, как богиню. И я бы ее любил. Это не я, не вообще, это писарь пишет, даже нельзя. Это бы щечку подставил. Ну, судя, знаю Писарева, у него где щечка? Оля, вот так, благодаря Писареву мы войдем в историю. Вот